Кызылординской области становится все больше сел, которые преображаются за счет спонсоров. Представители компании не только благоустраивают отдельные населенные пункты, но и строят там социальные объекты и обеспечивают работой местных жителей. Аким региона Нурлыбек Налибаев сегодня посетил такие населенные пункты и объекты сельского бизнеса. Основным заработком жителей села Танжа Лагашского района Кызылординской области является выращивание риса. В этом году компания Tan Ltd. посеяла этот злак на площади более 1200 гектаров. По словам фермеров, планируется получить 70 центнеров продукции. Товарищество не только трудоустраивает сельских жителей, но и создает условия для улучшения жизни на селе. К примеру, с 2016 года предприятие выделило на развитие и социальное обеспечение данного населенного пункта более 700 миллионов тенге. В 2018 году построили детский сад на 90 мест. В 2019 предоставили спортивный комплекс. Сейчас, чтобы его расширить, мы в этом году закладываем фундамент нового объекта на 150 мест. Все эти проекты созданы за счет спонсорской помощи частного предпринимателя. Село Наги Ильясова, относящееся к Сырдарьинскому району, многие называют оазисом в пустыне. Цветущий сад в центре, фонтан, красивые архитектурные объекты украшают населенный пункт. На реализацию ряда проектов в селе предприниматель потратил около 800 миллионов тенге. При спонсорской поддержке ТО «Абзал ИК» инвестора нашего поселка на 4 гектарах земли строится аллея трудящихся. В настоящее время работа практически завершена. Можно сказать, что проблема безработицы в селе решена. Аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев дал положительную оценку работе, проводимой в этих селах. Сейчас они находятся в авангарде республики. Глава региона также говорит, что и государственная поддержка осуществляется эффективно. Например, в рамках программы «Нурлыжол» и «Аул Ельбесага» в селах строятся жилые дома, ведется строительство и ремонт дорог. Евгения Мягченко, Абай Нуржан, Лорахмжан Аскаков, Информбюро, Кызылординская область.